Я приветствую всех тех, кто смотрит нас и участвует в этом богослужении на наших платформах, радио Манаим, через Facebook, на нашем канале YouTube. Приветствую всех миром Господа Иисуса. Мы начнем, возлюбленные, наше богослужение, служение прославления Господу. Каждый понедельник мы посвящаем наше служение хвале Господу. Господь открыл нам, чтобы мы посвятили Ему это служение во славу и хвалу Его имени. Поэтому мы начнем наше богослужение, склонимся на наши колени. Все те, кто могут, пожелают, давайте склоним наши колени, давайте склонимся перед Богом и воззовем о крови Иисуса. Наш Бог и Отец, мы склоняемся пред Тобой в этот момент и взываем к Тебе о силе, которая в крови Господа Иисуса. Просим Тебя, Господь, благословения, прощения наших грехов, общения с Тобой, освобождения. Господь, то, как Ты, Господь, чтобы Ты действовал, чтобы мы могли, встав с наших колен, освобожденные, славить и хвалить Тебя, ибо Тебе принадлежит вся слава, вся хвала, вся честь. Мы молимся к Тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Возлюбленные, можете присесть. В этот момент споем псалом имени Божьему. Омоем наши одежды в крови Агнца. Омоем наши одежды в крови Агнца. Когда Иисус придет в тот великий день, наши одежды будут чисты, у нас будет мир и радость. Будет прославлено имя нашего Господа. В этот момент мы попросим одного из пасторов, чтобы он прославил имя нашего Господа. Наш Бог, мы славим и прославляем Твое имя, Господь. Мы славим Тебя за спасение во Христе Иисусе. Мы славим Твое имя, Господь, ибо мы живем в трудные дни. Но Господь, являешься для нас Богом-провидцем. Ты даруешь нам благодать Твоей Церкви, Твоим верным слугам с каждым днем. Мы видим исполнение пророчеств, и мы не печалимся, но мы радуемся, потому что вскоре мы будем в вечности с Господом. Для вечной радости, для того, чтобы участвовать в вечной хвале, вечном празднике. Да будет прославлено имя нашего Господа, который хранит свою церковь, твой народ, и твой Дух Святой ведет нас по этому пути. Мы славим Тебя и прославляем во имя Господа Иисуса. Аминь. Слава Иисусу! Возлюбленные, давайте продолжим наше богослужение. И споем еще один псалом нашему Господу. Как чудесно Божья любовь. Нам открылась на Голгофе, Иисус за нас страдал. Как чудесно возвещать эту любовь для Тебя сегодня здесь. Приди поближе, узнай поближе, и радость Твое сердце наполнит. Как чудесно спасение. Мы не исчезнем, нет, но будем вместе на веки веки с нашим Богом.
Слава Иисусу! Мы в этот момент попросим еще одного пастора, чтобы он прославил имя Господне. Господь, мы славим Тебя. Мы прославляем Твое имя, ибо Ты, Господь, милостив к нам, к Твоему народу в этот трудный момент. Среди стольких трудностей Твое присутствие поддерживает нас. Оно хранит нас, Твое присутствие дарует нам победу. Мы славим Тебя во имя Господа Иисуса. Аминь. Слава Господу! Давайте споем еще один псалом и прославим имя нашего Господа. Прикосновение Твое ощущаю, Господь. Я чувствую, как Твой огонь согревает сердце мое. Я слышу голос Твой, который звучит. Мой сын, не бойся, слуга мой, не бойся, я Тебе помогу. Когда проблемы придут, не смотри назад, смотри наверх, и придет победа твоя. Свыше приходят наши победы. Иисус готов слышать тебя. Не думай, что все закончилось, ибо Бог борется за тебя. Прославляй, лишь хвали Бога, возвысь голос и поблагодари Царя Господа и славь. Лишь прославляй, возвысь голос мой и прославляй Царя Господа. Прославляй, лишь прославляй, возвысь глаз мой и благодари Царя Господа. Возлюбленные, мы откроем Слово Божие на книге Псалтырь, 106-й Псалом, и прочитаем некоторые из стихов. Можете читать
Если у вас есть Библия в руках, Псалом 106, стихи с 1. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Аминь. Возлюбленные, сегодня, понедельник, мы славим Господа, и Господь открыл нам, чтобы мы славили Его по понедельникам. Именно в этом духе прославления мы прочитали этот стих, и Он говорит нам, когда псалмист пишет: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо Господь благ». Почему Он благ? Потому что Он искупил нас. И за что мы славим вовек милости Его? Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки враги. И царь Давид однажды сказал: «Лучше впасть нам в руки Бога живого, ибо милости Его вовек». И рука Божия, длань Божия, она сильна, чтобы избавить нас и спасти нас. Господь избавил нас от руки врага, как говорит нам слово, и собрал от стран, от востока и запада, от севера и юга. Когда Господь избавил нас, когда Он избавил нас от руки врага, Он сделал одно для нас, Он собрал нас, Он съединил нас в одном теле, в одном духе, в одном стаде, ибо мы являемся стадом нашего Господа, и мы славим Господа за это. Мой Бог побеждает битвы. Мой Бог разрушает стены. И когда я ослабеваю, Его руки поддерживают меня. Мой Бог очень силен. Его имя Иммануил. И когда похоже, что все плохо, я знаю, что Он дарует мне победу. Воззвал к Нему в скорби, и Он услышал зов мой. Мой Бог со мною, не убоюсь зла, Он Спаситель мой. Не сравнится с серебром, не сравнится с золотом, Иисус — мое сокровище, с Ним я буду побеждать.
Да будет прославлено имя Господа. Возлюбленные, как это чудесно иметь эту безопасность, эту защиту, уверенность в нашей жизни. Бог, который благ. Бог, который ожидает от нас лишь одного. Хвалы имени своему. Наше сердце открыто ему. Он хочет лишь этого от нас. Он больше не хочет ничего другого. Наша хвала и наше поклонение. И Он вознесет нас в чудный город, который Он приготовил, который уже приготовил. Он строитель этого города, как говорит нам слово. В этот момент мы услышим пасторское письмо. Пастор Жилмарда Силва Рамос, возлюбленным братьям и сестрам из города Бразилия, Дистрито Федерал. Возлюбленные братья, мы тоскуем за всеми вами, за нашими детьми и подростками, нашей молодежи, сестрами и братьями. Мы желаем вернуться вскоре к нашим благослужениям и смочь обнять каждого из вас с любовью Господа Иисуса Христа. Мы подошли к концу нашего пути, и мы не можем отойти. Вскоре мы будем во славе с нашим Господом. Нам нужно, чтобы мы стояли твердо и поборолись с добрым подвигом, потому что корона славы готовлена каждому из нас. Давайте держаться из нашего исповедания, потому что верен обещавший, Евреям 10:23, мир Господа Иисуса всем. Давайте мы завершим наше служение, прославим имя Господне, закроем наши глаза и помолимся Господу. Наш Бог и Отец, мы славим Тебя и прославляем Тебя, ибо до того, как Ты открылся нашим сердцам, Господь, мы были, как говорит Твое Слово, Господь. Мы ходили в пустыне, одинокие, Господь, или были в заключении, но однажды Твое чудное присутствие достигло нас, Твой чудный голос проговорил к нашим сердцам и нас освободил, избавил нас от рук нашего врага, Ты дал нам свободу, избавление, поставил нас на путь прямой, который ведет нас в небесную отчизну. Прими, Господь, нашу хвалу, нашу благодарность. Мы молимся к Тебе во имя Господа Иисуса и во имя Твое мы просим чудная благодать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Великая любовь Бога нашего вечного Отца, святые, утешение, общение Святого Духа Божия да пребудут со всеми вами отныне и до славного пришествия Господа Иисуса Христа. Аминь. Возлюбленные, наше богослужение закончилось. В этот момент мы хотели бы напомнить всем тем, кто смотрит нас в особенности, тем, кто еще не является членами Христианской Церкви Маранафа, для всех тех, кто проживает на территории Бразилии, у нас есть номер телефона, который находится на экранах. По этому номеру вы можете позвонить и попросить о молитве, о помощи. Звоните по этому телефону, и пастора ответят на ваш звонок и помолятся за вас. И этот номер, он для всех тех, кто еще не является членами церкви Маранафа, тех, кто является членами церкви, они должны искать помощь у своих пасторов. Давайте выделим эту линию телефона лишь для тех, кто нуждается в помощи. Господь да благословит всех вас. Мир Господа Иисуса. Аминь.